Хотели мы один пост с поздравлениями, в итоге получилось два. Но мы все комментарии со всех постов посмотрели, разрывались в выборе, как же определиться. Очень много стихов, очень много искренней любви, выраженной в словах, фотографиях и даже в видео. Поэтому победителей у нас будет два. Во-первых, специальный приз мы хотим отдать нашим самым маленьким телезрителям, которые благодаря Ане Демидовой появились вот здесь, вот в этой галерее, и поют. Поют. Услышим, как поют? Или крючевку говорят, как это правильно сказать? Это ТВК! Разбудит в 6 утра! С ночи до утра! Будет его смотреть! И не устанем! ТВК! И малышка там еще в отдельном ролике потом. Лучшая песня, которую я слышал за сегодня. Вас всех вот так взять, обнять и укутать в теплый плед. И чтобы вы этим пледом наслаждались, он отправляется вам на Водопьянова 12. Вы его заберете и будете радоваться тому, что отправили нам видео. Но есть у нас абсолютный чемпион, который сложно представить, сколько времени вы потратили на создание этого поздравления, сколько архивов вам пришлось собрать. Мы, конечно, это отметили, увидели и хотим поздравить нашу телезрительницу. Любовь! Вот Любовь сегодня побеждает. Она вообще должна побеждать всегда, я считаю. Любовь Буслаева, мы поздравляем вас, спасибо вам за этот ролик, мы его еще будем пересматривать и пересматривать. Ну а вы будете пересматривать, может быть, любимые фильмы во время вашего отдыха на базе отдыха. Да, отправляем именно Любовь, да? А, нет, подождите. Любовь Буслаева, по-моему, там была. Да. Олеся написана? Да, Олеся Буслаева. Может быть, я ошиблась в имени, но Любовь в любом случае победила, как Олеся? Явление. Олеся Буслаева, Олеся, простите Олеся. Меня, пожалуйста. Да, это я вас немножко перепутала. Просто почувствовала вашу любовь к нам и подчеркнула ее несколько вот, раз. Вот, Олег, посмотрите еще раз на этот домик. Именно в нем вам предстоит провести некоторое время, отдыхая там, в этом глэмбинге Хатхаус. Поздравляем вас с победой. Спасибо еще раз от всего коллектива. Нового утра.